В режиме видеоконференции в этом совещании приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры. Всего более 1000 человек. В Анапе комиссии было проведено более 6000 образовательно-воспитательных мероприятий по профилактике наркомании и вредных зависимостей. Проведены мероприятия по выявлению очагов дикорастущей конопли. В июле этого года в хуторе Верхний Ханчакрак совместно с сотрудниками отдела МВД выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли. Уничтожено порядка 250 кустов. В акции «Кубань без наркотрафарета» в сети интернет выявлено 182 ссылки с предложением наркотических веществ. По результатам совещания деятельность антинаркотической комиссии муниципального образования город-курорт Анапа оценена удовлетворительно. Вместе с тем указано на необходимость активизации работы с несовершеннолетними. Нами уже намечен ряд мероприятий, уже некоторые мероприятия реализованы в рамках операции «Дети России», которая состоялась в сентябре текущего года.